Так, ну двигаемся дальше. Движемся дальше. Так. У моей мамы тоже день. Так, ей тоже 7, ей тоже 70 с хвостиком. Ах, с хвостиком, да. Она с ее друзьями играет, 12 человек. Очень прошу вас поздравить. Поздравляю, конечно. 12 человек, ваши большие поклонники. Любой песня на ваш выбор. Ее зовут Нина Ивановна. Нина Ивановна, с большим удовольствием поздравить с какой-нибудь песней. Ну вот какой? Да. Сейчас сообразим. Жена французского посла? Ну хорошо, вы как именинница имеете право заказа. Надеюсь, все знают печальную историю этой песни и те большие неприятности, которые, значит, я за нее получил. В свое время, когда таскали в КГБ в Ленинграде еще и, значит, требовали признания в интимной связи с женой буржуазного посла. Да, и потом, ну, в книге «След в океане» все это частично, значит, описано. А вот конец я люблю рассказывать, может, кому-то уже я рассказывал, но в книжке этого нет. Когда пару лет назад в театре современной, школы современной пьесы на Трубной площади мы с Александром Николаевичем выступали, и есть фотография, кстати, где-то даже, что это. В конце первого деревня на сцену поднялся совершенно черный человек, в смокинге с бабочкой, официально в протокольной одежде, держа в руках огромный там-там. И на хорошем русском языке сказал, что по вручению превосходительства чрезвычайно полномочного посла Республики Сенегала в России господину такого-то, он имеет честь вручить господину Городницкому там-там знак уважения за то, что в России впервые за всю ее историю написали песню о Республике Сенегал. Я надеюсь, что меня поддержит зал, во всем случае, в части припева. 70-й год, Дакар. А мне не дали сняться и гали, а не поля, родные, не леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале, я такие видел чудеса. Ох, мне слабы, братцы, ох, мне слабы, блеск волны, мерцание весла. Хор! Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига. Но как высоко грудь ногая, как нога, высокая нога. Не нужны тебе другие бабы, всю мне душу Африка свела. Хор! Крокодилы, пальмы, бабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделали со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла.